России списка организаций и сайтов, занимающихся нелегальными противоправными действиями на финансовом рынке. Я Сергей Швецов, первый заместитель председателя Банка России, и со мной директор департамента противодействия недобросовестным практикам на финансовом рынке Валерий Лях. Мы вводную часть вам расскажем, а после этого будем отвечать на ваши вопросы. Задача поддержания доверия на финансовом рынке является одной из главных для Центрального банка Российской Федерации. Доверие – это душа рынка. И чем больше доверия на рынке, тем проще механизмам перераспределять сбережения в инвестиции, тем эффективнее работает сам рынок, меньше его себестоимость, а наши граждане, которые участвуют на этом рынке, зарабатывают больше денег с меньшими усилиями. Но всегда доверие сопряжено с угрозами, которые происходят от недобросовестных участников. Недобросовестные участники всегда понимают потребности